Короче, сейчас пойдем. Сами увидите, куда. Мир иллюзий. Синё там стоит. Это не просто смартфон. Это камерафон, который создан, чтобы изменить правила мобильной фотографии. Его суперсила — это чувствительная камера Leica с четырьмя объективами. Ее многократный зум приблизит вас к недосягаемому. Ты приближаешь к недосягаемому. Как там сейчас? Приблизить к недосягаемому. Смотри, увеличим наш расклад. А вот обычный. Конечно, разница есть. По-моему, без потери качества. Я не ошибаюсь. Новичка близко. Смотри, сейчас все будет как-то. Китайцы, что ли? Да. Китайцы, вьетнамцы закрыли. Вьетнамцев очень много. Все, заходим в мир иллюзий. Недосягаемое пространство. Тут крутится такой барабан, короче. И заходим мы в этот мир. И смотри, ну, бомба ни о чем, конечно, по сравнению. Поехали. Тут навряд ли будет то, что мы хотим. Вот едем. Да, можно будет. Если получится еще. Шатнуло. Увлекся. Давай нам, да, куда мы хотим в первую очередь. Там уже будем ходить. Кроссовки есть. Ну тут фирменное что-то, я так понимаю. Все брендовое. А, вот поэтому они говорят, что здесь дорого будет, да? Ну как бы да, но по крайней мере может получиться. Да, проще спросить, конечно же. Уважаемые посетители торгово-развлекательного центра «Галерея-Минск», в избежание травм соблюдайте правила пользования эскалатора. Находясь на эскалаторе,
лифты я вязывал. А? Не знаю, еще сказала, что куда нам на третий этаж. На третий, да, он сказал. Это недовольный лицом. Да, это просто. Главное, сказал. Как теперь добраться туда? А вот экскаватор. А вон на лифту можно было. Пошли на лифт. Просто плавно переворачиваем картину, чтобы обзор был пошире, ширик, широкоугол. Вижу, ага, прикольно так, слушай. Как маски, да. Похоже, что ты, наверное. Ну вот сейчас сходим и потом будем шариться. Подойдем, просто приглянемся к ценам.